Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Вилат, с вами G1 Champions League. Сейчас мы попытаемся подключить товарища Кокаспера. Товарищ Кокаспер где-то сейчас на связи. Проверяйки. Здравствуйте. Доброго времени суток вам. Как у вас настроение? Отличненько. Только Twitch жутко лагает. Twitch лагает? Ну, в смысле, я вот пытаюсь порезать воды, и у меня просто вод 5 секунд грузится, секунду показывает. А, это плохо. Поэтому... Ребята, водов за последних 2 дня именно по этой причине и нет, потому что Twitch лагает, так что скоро будут, может быть. Я вот тут пытаюсь сейчас как-то порезать, но это будет очень долго, так что не обессудьте. Да, ну, я думаю, к вечеру воды все за пятницу и за субботу, за вчера появятся в интернетах. Ну, должны появиться на YouTube-канале. Конечно, появятся. Да. Этот, у нас G1 Лига, у нас малый финал лузеров, как мы его любим называть. То есть, по сути, матч за выход в топ-3. Проигравший занимает 4-е место, получает ни хрена. Победитель выходит в финал лузеров, который состоится завтра. Вот так вот. То есть, 2 шага осталось командам сделать до поездки в Шанхай на лан-финалы, и в виде спойла, наверное, в виде суперсекретного инсайда я вам могу, наверное, первый спалить дату лан-финала. Могу я, как ты думаешь? Не обидятся на меня китайцы? Я думаю, не обидятся. Я думаю, ничего от этого страшного не будет. С 24 по 26 мая пройдут финалы в Шанхае, и изначально была договоренность, что, возможно, даже будем их комментировать с места события, но, скорее всего, мы их вообще комментировать не будем. Потому такие что... они хитрые? Ну, потому что, не-не-не, это, ну, потому что параллельно будут проходить азиатские отборочные на International. О-о-о, беда-беда. В те же 3 дня, ну, это, короче, какой-то полный бред. Ну, вот получилось так. А как они вообще тогда будут проходить? Там же... Ну, просто смотри, есть идея, ну, есть вариант, что как бы LGD, DK, Orange и кто там еще, и IG, они типа как бы будут с инвайтами, правильно? Ну да. Ну типа Fnatic или Альянс тоже уже есть инвайт, то есть пофиг вообще. Ну короче, походу типа они забили просто. Ну то, что они поднасрали Valve организаторам G1 лиги, это да, это факт. Причем поднасрали так очень плотно. Так просто размазали им еще по лицу. Не, ну оно на это очень не похоже. Потому что действительно, ну, так обычно не делают. Не, ну Valve просто, видимо, знаешь, забили болт. Они просто заанонсили свои отборочные и даже там не обратили внимания на то, что там, ну, кому-то. Где-то у кого-то финалы. Они же не спрашивали у нас, не накладываются ли отборочные со StarLadder. Ну да, мы же тогда сидели, комментили там, как попало. Да. На ура, так что я помню, у нас как такое. Бы отборочные сейчас европейские тоже с регулярным сезоном StarLadder накладываются и вынудят нас сделать недельный перерыв. Ну что, я думаю, ну чуть ли не все команды со StarLadder будут задействованы в этих отборочных. Так что вот так вот, G1 Лига закончится уже в мае. Изначально должен был это быть июнь, но решили вот сделать в мае и, видимо, немножечко ошиблись. Совсем немножечко. Так как я вчера был кое-чем важным занят... Очень важным. Да, из-за чего у меня очень болит голова до сих пор. Расскажи-ка, как тем таким, как я, как вчера Liquid и EG до этой игры добирались? Liquid добирались по новям. По новям. Да, у них это неплохо очень получилось. Но я вторую игру смотрел, то есть я еще проснулся дома. Первую я проспал, вторую игру я смотрел на Ави Liquid. Там что-то вообще не очень пошло. Так причем вторая игра была как бы, ну, на нашем сервере, то есть все нормально вроде должно быть. Причем, ну, я проверял пинги во время игры, то есть разница там была в 50 пинга, там 150-200 было у, ну, на американском, и точно так же 150-200 было на нашем, ну, только в другую сторону. Так что разница действительно была не очень большая, но мы видим, что результат вот это 2-0, так он и остался. Вот, конечно, Ликвиды там очень хорошо играли, и не очень хорошо играли именно Нави. Причем вот Ликвиды, я не знаю, они какие-то такие, знаешь, нестабильные. Они могут творить вообще непонятную какую-то фигню, за которую я могу плеваться, там, кидаться в них камнями, помидорами и так далее. А могут реально творить вообще какие-то божественные вещи. Как будто других людей сажают туда играть, но... Ну, они, собственно, они меня там контртроллили, я написал 2 дня назад, когда они проиграли у Virtus.pro там 2 раза по 20 минут, что зря их пригласили на International, на что вчера они мне ответили после победы над Нави. Ну, чё, Вилат, зря говоришь, да? Ну, да, я же тоже. Я такой, ой,
Профука. На стримчанском мы точно так же примерно и эту логическую цепочку и собрали, что вот, видимо, не зря действительно заинвайтили ликвидов. Что если бы они проиграли там в какой-то салат непонятный, тогда бы все опять начали, типа, что за фигня, как это так, типа, их пригласили, Нави не пригласили. Не, ну да, если бы они проиграли у Нави, там бы вообще трэша было бы очень много, я думаю, ну в этом плане. Да-да-да-да-да, а так тут вроде все как по чесноку получилось. Да, так что увидим мы их, собственно, на этом, на Интернешнале. А увидим ли мы Нави? Это я не знаю. Так вот, понимаешь, я тоже как раз вчера мы эту тему затрагивали, там с Дредом мы сидели, там с Мейтом сидели, и тоже получалась такая фигня, что я говорю, а вот представь, сейчас раздают второй пак инвайтов, и Нави там не оказывается, например. Или ты представляешь вообще, что там, какой зарыч будет разнос делать на базе? То есть там мотивация будет не то слово, потому что действительно, если уже во второй пак инвайтов не попадут, то... Там уже можно как-то. Видишь, мы тут обсуждали вот первый пак инвайтов тоже с народом. И что общего у этих команд, которые пригласили? Вот что общего у них? Ну, потому что они играли уже, как бы. Нет, суть не. Я считаю, вот единственное, что их действительно объединяет эти команды. Ну то, что они на G1 лиге. Нормально играют. Ну, то, в смысле... что они играют на G1 лиге, да, тоже типа более-менее может быть объединять. А, но в первую очередь я считаю, что команды IG, LGD, Orange, Alliance, Fnatic и Liquid объединяет то, что они не меняли состав. Ну, это понятно, да. То есть одного человека. Так, а Ice Frog же еще в прошлый раз, когда мы на прошлых интернешналах его терзали, спрашивали, тогда за что, он точно так же и говорил, что вот стабильность состава является чуть ли не приоритетной. Вот может именно поэтому, ну потому что все остальные команды не меняли по два человека и так далее. Вот, собственно, у нас Альянс поменяли одного, и то они его поменяли по той причине, что ну, он далеко он находился, он канадец, да? Ну, Оранжи одного поменяли почти год назад, LG вообще никого не меняли, и Фнатики никого не меняли, и Ликвиды никого не меняли. Все. Ну норм. Вот, друзья, никого не меняйте, будет вам счастье. Ну вот Virtus.pro, собственно, одного поменяли, да? Так что они тоже не попали вот эту бригаду почему-то. Ух, что такое, Станислав Романович? О, Стасян! Ему ногти стригут, он не любит этого. Ну-ка, никто не любит, когда ногти стригут. Конечно. На кого Стасян поставил? Станислав Романович, вы на кого поставили? Говорит... Рарочки. Рарочки, да. Шо, говорит, на ликвидов. На ликвида в рарочке поставили. Да, кстати, зайду на лаунж, посмотрю на Dota 2 лаунже, какие были проценты. 53% считают, что выиграют ликвиды. Ну, это, скорее всего, связано с вчерашней победой над Нави. Так бы, я думаю, больше на ЕГЭ было. Наверное. Ну, кстати, я вам скажу, что вот у себя в группе я написал анонс этого матча и разыграю 3 сета по 15 рарочек среди тех, кто нажмет репост. Можешь у себя в группе что-то написать, пусть тоже репостят, мы сделаем тоже розыгрыш. Сейчас напишу. Напиши что-то. Да, вот у Каспера в группе тоже сейчас будет анонс и ссылка на матч. И тоже, если вы сделаете репост, то сможете выиграть рарочек. Тоже три. Давай, разыграем 6 сетов по 5 рарочек просто. 3 у меня в группе, 3 у тебя в группе. Давай, так и сделаем. Пишет Вилат, спасибо за инсайд инфу на G1 лиге. А, это уже инфа есть на этом, как его. А, в смысле, на G1 уже, лиге? Да, уже про финал G1 лиги уже спалили. Джейн Дота уже, собственно, дала инфу. Кстати, ты понял, какой интересный будет этот формат? Какой? Группа на 6 команд играется, и дальше Bubble Race. Клевая штука. То есть, играется группа на 6 команд, 5-6 место после группы вылетает сразу. Ну да. В первом раунде плей-оффа играет 3-й против 4-го места. Кто проиграет, вылетает. Победитель выходит на второе место. Играет с ним. И победитель этой пары выходит на первое место из группы. То есть, если ты занимаешь первое место в группе, ты сразу в финале. Ну да, да, есть такая тема. Я прикольная помню, довольно они, система. Да, вот, кстати, обузят эту тему. И ну, мне, на самом деле, больше, наверное, нравится, чем не нравится. Да, пойдет, собственно, более-менее нормальный формат. Мы посмотрим, что, собственно, получится. Может, Twitch просто сошел с ума. Твич вообще не хочет. Он вообще не хочет. Я вот один вот только-только порезал, и это у меня заняло 15 минут времени. Это очень много. Это борода. Да, и сейчас он еще ошибку выдал, и вообще все нафиг сбилось. Короче, забей. Короче, да, чуть попозже, наверное, разберусь с этой темой.
Так, Станислав Романович, видимо, чувствует, что зря он рарочки на ликвидов поставил. Ну, ликвиды что-то не то напикали, что ли. Не, ну ликвиды вообще, в принципе, довольно неплохой пик. Они играют за Дайр. Мы видим, что X-Max играет на ШД. Флав, который у нас на Никсе. Флав, это игрок довольно странный. Он может видеть жестоко, а может просто выдавать мега-матчи, как вчера против Нави. Корок в миде у нас будет на Драксире. И в сложной Бульба на Клакверке. Фир Рубик, Джио Найкс, Майлк Джакиро и Демон Темпларка. Секси Бамбу у нас играет на профите. Опять Секси Бамбу в роли стендина вместо Бдыща играет. Ну, на этот раз есть Майлк. Нет, а нет, да, нет Бдыща, и Фир опять на суппортах. То есть вот такой вот пик и вот такие вот распределения ролей у команды ЕГЭ. Тебя вчера инмейт трактористом прикалывал или? Он пытался. А ты знаешь этот прикол? Нет, я просто не вспомнил изначально ответ правильный, поэтому получилось так, что типа я затроллил. Я понял. Я потом уже вспомнил, да, потом он мне уже сказал, но изначально как бы вот первый момент этот был утерян. Не, у нас там было, у нас там хватало. Кто новый игрок Empire, да? Твиста. И поехали, поехали. Все как положено. Так, 0-0. У нас начинаем смотреть за игрой. В миде у нас будет Демон стоять против Дарксира. Очень неприятный лайн для Дарксира. Вспоминается прям зимние финалы 4-го сезона Старладера, где Empire с Na'Vi играли. Там в трех играх подряд было Дарксир против Темпларки. Дэнди против Скандала стояли. Ну, понятно, контра абсолютно прямая именно на линии, потому что Refraction, по сути, не существует. Да. Колет тебя очень-очень сильно и очень-очень быстро. Вы знаете, чтобы Refraction сбивался, надо, чтобы было больше 10 дэмэджа. Ну, или 10. То есть второй левел Виномансера тоже устраивает. Третий левел, извините, Виномансера. Ну и, собственно, Корок будет здесь напрягать, конечно, демона. В легкой Джейо у нас левел 2. Фир будет помогать ему на Рубике. Майлк, понятное дело. О, Майлк, ты смотри. С первой минуты стоит вард на Эйншентов. Потому что боится, что будут там с первой минуты прям своему вертолету стакать ликвиды. Ну а вдруг, мало ли. Кстати, по поводу противостояния этих двух команд. Слушай, а в лузера-то кто отправил? Я же забыл. Сейчас я вот тебе скажу, кто кого отправил в лузера. В лузера ЕГЭ отправили Фнатики. Угу. А ликвидов отправили ЕГЭ со счетом 2-1. Да. То есть ЕГЭ выиграли у ликвидов в первом раунде. То есть, и плюс они на этой неделе еще один раз где-то там играли друг с другом. И опять-таки ЕГЭ выиграли. То есть как ну, бы... Ну опять же 2-1, то есть... Опять же 2-1, да. Да, не в сухую вроде как. И, то есть шанс на победу... Кстати, игру ЕГЭ ликвид мы с тобой, по-моему, комментировали как раз. Ну да, мы же все игры комментировали G-лиги, поэтому тупо говорить. По-моему, мы комментировали. Да, мы с тобой комментировали, это было где-то на прошлой неделе. Я помню этот матч. Он был матчем фейлов, скажем так, больше. А, это помнишь, там, где X-Mike тупил во второй там, игре где, очень да, сильно. Там, где они вначале, первая игра там была такая классная, все было так хорошо, да, а да, потом да, да. просто... Потом Fail Fest. На Бульбу напали, кстати, и пытаются его грызть. Майлк может приморозить Бульбу, примораживает Бульбу, ну и будет ли первая кровь? Нет, не должны. Да, должны, и задувает. Вот без задувочки, конечно, не получилось, так как второй с половинкой уже левел есть у Джакира, получилось это сделать, и первую кровь проливает именно Джейо. Тут Стасяна сравнивает, говорят, он прям как осьминог Пауль, чувствует, когда рарочки отца пропадают. Ты понял? Да, у меня. Не, на эту игру, я думаю, ты не ставил или ставил? Не успел я на эту игру поставить. Я тоже потому что не я, ставил. Я занимался подготовкой к этому всему деянию. Так, ну что, Тауэр тут понапрягает немножечко ЕГЭ, а мы видим, перепуханный Бульба просто ставит Куги. Коги, чтобы его там не доставали. Ну и на параллельной линии также Тавр прессует ликвиды команде ЕГЭ. Ну и скорее всего заберут они ее. Бамбуша тут в дефе. Кстати, у нас такой был довольно интересный разговор в лобби. Что там? Так, что у меня с мышкой? Она как-то у меня при зажатии этого странно ездит. А, там походу этот не включен, наверное. Или включен, но инвертирован. Инвертирован, как его, гейм, интерфейс, реверс камера, грип. Вот оно. Да, проверь там. Вот, теперь все нормально. Оно, потому что реверс камера, это ты ставил? Не, оно там, ну я вообще вчера ставил, но оно же сбиваться, по идее, должно. Ну да. Оно по умолчанию стоит выключенное. А ты привык к реверсу? Но когда с этим,
с, скажем, не я тебе скажу. Ладно, у нас там убивает пока что Секси Бамбу, он пытается сделать ТП-шечку и сделал. Да ладно, красавчик, красавчик. Единорисов со счетом. Когда с этим, как он там называется, вот это плавное перемещение с Муздрагом. А, Smooth Dragon, да. Да, тогда инвертированное мне больше нравится. А когда так, то обычное. Ну, я понял. Кстати, надо привыкать к этому Smooth Dragon, а то я что-то попробовал буквально неделю, какую неделю, день покомментировать, у меня просто глаза начали болеть. И у меня рука тупо начала болеть, вот я... Ну, оно да, оно как-то, например, у меня стрелочками да. Вообще шикарно. Сидишь, стрелочку нажал, ну, да, и все. Собственно, я так и делаю. Как бы все давным-давно привыкли. Ну что, Тавр, здесь должны забирать сейчас ликвиды. Не добили снизу здесь ЕГЭ, но ликвиды сейчас точно заберут. И Бамбу тут уже не поможет в дефе никак. Да, забирает ТС, собственно, у нас того рулю. Ух ты, фейзы он купил. Это намек, что ли? Ну, а почему бы и нет? Сейчас, да, фастрапира хочу. Нет омника просто. Был бы омник, была бы фастрапира. Ну, это 100%. А вообще, может это будет... Фейзы с Энджин Яша? Ну, не знаю. Да не. Я минус думаю... демон, кстати. Корок убивает демона. Это произошло уже почти под Т2 тавером, собственно, команды ЕГЭ. И Корок сразу забегает вниз на Бамбу. Потому что Бамбу тут стесит. Драка просто. Ну, почти удачная, скажем так. ЕГЭ. Минус Т1 тавер снизу сейчас будет. Должен быть. Вообще по денежкам у нас там какие. О, да тут и денежки, и опыт, разницы вообще практически нет никакой, так что рано еще. Мне вот интересно, темпларочка, какой билд вы. Ой, как раз сейчас тут принимают. Она тут умрет, да? Я понимаю. Да, должна умирать, там рефракшн считает просто моментально сейчас. Хотя засасывает, еще пару тычек бы повесить, висит на ней два стака. Да дайте же вы еще буквально по одному удару. Но опять же, этот X-Mike, да треснет и ее разок. Да, X-Mike умирает, и флаф-то сейчас еще трэпа будет, или не будет уже трэпа, нет, не будет уже трэпа, потому что далеко демон. Но в любом случае отличный был ганг, казалось бы, с вардом, со всем, что надо, но демона не убивает и теряет своего суппорта ликвида, 2-1 ЕГЭ впереди. Да, именно интересно. Так. Интересно. Кто комментирует с Вилла там? Эш, да. Это менеджер команды Na'Vi, Эш комментирует со мной. Стасян. Станислав Романович вот да. Как раз наблюдает за игрой. Ой, ты божечки. Да, все. Типа, ну зачем ликвиды, зачем? Это мы просто жбаном об тумбочку ударились. А, я понял. А так все нормально. Жбаном об тумбочку. Так, кстати, тут армлет скоро будет уже у Джио. Мы видим, есть у него шлем, есть у него перчаточка. Совсем недолго ему осталось. Появится армлет, так, в миде опять-таки попытались кого-то цепануть ребята из ликвид, но демон был с ДД, Фир успел спрятаться. Фир 5-й левел уже на Рубике, ну это плотно. Хороший такой суппорт Рубик. А, Фир, я тебе говорю, вчера на Рубике вытворял такие невероятные вещи, что просто, мама, не горюй. Мы там, я сидел, я просто вот... ну, короче, ты понял. Я понял, что ты делал. Обрадовался да? Вообще, обрадовался. Как он там играл. Реально, это было очень классно. Воровал все, что только можно было своровать. Самое полезное, все ульты воровал. Даже ульту Чена успевал воровать. Настолько жесткий. Не, ну когда да, я ульту Чена редко видел, что... Ну так я же о чем, что вот получается обычно, как бы там, какие-то атакующие спылы там и так далее. А тут просто-напросто получаете ульту. Причем это же надо было ее еще где-то выловить, чтобы он ее там успел закастовать, лишь, понятное дело, потом украсть, потому что там обычно куча всякой фигни кастует. Ну да. Так что Корок миди у нас с аркантапками, Фир мы видим тапок 3 ветки левел 5, демон, фейзы, банка. 6-й левел у демона, а у Корка 8-й на Дарксире, ну все понятно. Как бы линию демон проиграл, крипстат в принципе у них ровненький, 33 на 14 у демона, 34 на 5 у Корка. Но по левелу мы видим Корок так очень-очень плотно вышел вперед. Так, Джио тем временем до рецепта осталось немного. И где гирокоптер? 1600, давай лодокоптер. Хочу лодокоптер. Не, лодокоптер это, конечно, хорошо, но боюсь, что вот до лодокоптера еще, возможно, не дорос этот гирокоптер. Ты думаешь? Ну, TC, он же ну, очень крутой чувак, он очень крутой. Я, кстати, обратил внимание, что у ликвидов, вот сейчас TC без аватарки, все остальные с аватарками, а вчера было наоборот. То есть TC был конем, а все остальные были вопросики. Не, у меня что-то только у двоих кони, Флаф и Бульба. Оно, видимо, как-то не подгружает. Оно, может, да, может, что-то не подгружает. Такие еще тоже мне
Так, тут тем временем у нас мы видим, что Корок в миде пытается убежать. И поймали Корка. Сбрасывает его немножечко с телекинеза, но уйдет он, конечно, без проблем. Там второй Сурдж, он опытный юзер Дарксира, видимо, и не на раз его качает, а на два. Вот первого уровня он такой себе, то есть если тебя чем угодно зацепят, считай, что уже как бы все, ты его весь потратил. Так, пока у нас ничего не происходит, я пропишу свою любимую надпись в консоли. Dota Minimap Hero Size 800. Мне 3000 нравится. 3000 охренительно вообще. Да, комментировать да. Очень удобно, самое главное. Вот я прямо сейчас тоже беру, так, Dota Minimap Hero Size 3000. Hero Size 3000. И просто наслаждаюсь. Ты просто наслаждаешься, да. Красота какая. Вообще. На минимапе все понятно. Я народу покажу, что это такое, чтобы вы понимали. Вот так вот выглядит, собственно, мини-карта. Очень красивая. Курьер мне нравится за то, как выглядит. Да. Такой малюсенький летит. Да, да, да. Пацанам. Зато четко видно, кто куда идет, понимаешь? У Рейдиантов, правда. У Дайр просто крутятся эти колесики, знаешь? Не колесики, а шестеренки. Да, да, да. Так, ладно. Игру же не видно. Так, там сейчас смотри, вылазка у нас организовывается на Флафа. Причем Флаф левел 5, то есть уйти. Ну, умираешь, да. Особо. Карапассировать разве что можно, но мы видим трэпа. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну тут, короче, очень хорошо так закержаковил Флаф Энстав. Но его убивает. 3-1 счет, 11 минута, 1500 голды, преимущество у ЕГЭ, по XP все ровненько идет. По товарам 1-1, да? А не, сейчас будет 2-1, потому что миди тавер падает от ликвидов. Хотя Корок, Корок пытается здесь убежать, ну и ТП Рубик, ну не туда делал. Ну Рубик, смотри, такой тоже раз засуржировал. Так что вообще делает этот Фир? Я не знаю, короче. Как он настолько жесткий. Но он настолько жесткий на этом Рубике. То есть а Дред борода. Еще вчера тоже удивлялся. Говорит, мол, а почему это Фир пересел на суппортов? Я говорю, ну сейчас вот на Рубике будет играть, посмотришь. Дред был тоже, скажем так, удивлен уровнем владения. Дреду бы такого суппорта в команду, а то там бегают разные ванскоры, да? Ну просто Дред, он как бы сам раньше Рубиком бегал, поэтому он знает силу этого героя. А увидел, как Фир на нем играет, и такой, угу. Мол, нормасик, нормасик. Пойдет. Да. Кстати, Джакира у нас левел 7 скоро у него будет. Так, Джио, армлет уже есть, фейзы есть. Также щиток со стиком. И веточка обгрызается в бульбу. Коги от бульбы. Приморозил Майл. Джио обходит Коги. Прилетает бамбуша. Бамбуша без баны, надо стопить с собой. Ну и нормально все, нормально. Это пятый уже фраг. Но и Флап второй раз подряд не попадает импейлом ни по кому. Бульба умер уже у нас дважды. Ну и в итоге получается, что если не считать нелепой смерти, ну как нелепой смерти, в начале под Т2 тауэром от демона, то пока ЕГЭ играет вообще шикарно. А ликвиды что-то не понимают, что делать. Ну, у ликвидов есть лотар на гирокоптере, все, теперь можно летать, убивать, естественно. Ну, ти божечки. Как увеличить шрифт в консоли? В смысле, это для... я не знаю, как увеличить шрифт. Экранную лупу сделать. Экранную лупу, да-да-да-да-да-да. Нормальная будет тема. Будет вообще супер, по-моему. То, что надо. Так, 13-я минута игры, 5-1 ведут ЕГЭ. Ждем от Смоук. Смоук, Бульба и Иксмайк будут на кого-то нападать. Сейчас тогда у Бульба и Иксмайк тоже 6-й. Поэтому, в принципе, если кого-то найдут, то поубивают. Кстати, нас тут тебя вчера не просили, зрители ЕГЭ, не называть ЕГЭ. А называть их по-настоящему Evil Geniuses, EG. Потому что ЕГЭ им напоминает о том, что у них какие-то там экзамены. Окей. Ладно, ну смотри, сейчас поймали секси-бамбу, его быстренько достаточно разбирают. Ой, Джио, ты что делаешь вообще? В пятерых зашел Джио и... У него есть инфест, я думаю, может успеть спрятаться в кого-нибудь. Так, пенька прячься. А, нет пеньков, вот беда. Все, всех застрелили. Вот была у него возможность запрыгнуть в Джакира, но он почему-то ей не воспользовался. Да. Он уже рядышком совсем находился со своим тиммейтом, но решил что-то не прыгать. Может быть, решил, что еще из-за Джакира погонятся, обоих убьют. Или что-то в этом духе. Ну, в общем, ладно, пусть что хотят, то и делают. Правильно же? Ну, конечно, это их дело. 5-3, два фрага подряд заработали ликвиды и забрали тауэр. Нет, все-таки лотар у нас у ТС. Это не ладокоптер, это просто лотар. Ну, я вот смотрю, сейчас вышечка пушится очень серьезно. И один гирокоптер тут ничего не сделает. Вот тратит сейчас глиф и делает еще одну ТП-шечку. Два ТП, да. Все летят сюда. И Флаф, и Корок прям
дефят ликвиды, конечно, очень плотно. А, но по товарам они, получается, 2-1, а 2-2 сравняли счет, потому что в миде также здесь тавр ЕГЭ забрали до этого. А, ну и на 15-й минуте игры все хорошо. Смоук и залез в демона у нас, а демон с даггером, ну вот. Да-да-да, там сейчас будет нормальная такая бомба. Инфест бомб готов. Итак, по чуть-чуть, по пикселю просто добирались на Корка. Корок ускоряется, TC. Ой, проблемы у демона, лол. Вот это ганг. Not bad. Как тебе ганг? Отличный ганг. Я думаю, что вот все ганги должны быть такими. Хорошо, что не минус 4. Хотя, не, Джио тут улетит. Но в любом случае могло быть минус 4 сейчас. Да, и что-то я... Как только я сказал, что ЕГЭ хорошо играет, нет ошибок, молодцы. Тут же 5 фрагов подряд делают ликвиды. Снизу гангируют они, забирают таур. Здесь гангируют смоуки ЕГЭ. Инфест-бомб Ланая с даггером что-то получилось не очень удачным. Видимо, были слишком уж готовы к этому ликвиды. Опа, там, вот, там Клокверк такой. Ой-ой-ой, куда он полетел-то вообще? Что он делает там? Он нормально, тут сейчас Майлка заставляет понервничать. Майлка там убили, кстати, Бульба. Бульба умирает. Что, TC будет драться? Ну тут смотри, сейчас ликвиды, наверное, встрянут. Флав копает! Как хорошо Флав заходит! Просто невероятно! Еще и ракета туда от гирокоптера! Как посыпались! Трипл килл. Все, просто ЕГЭ развалились. Ну и Фира сейчас тоже догонит TC уже прям под на базе. Ультра килл TC. Минус 5! Потеряли одного Бульбу. А Бульба, казалось бы, да, пацаны, я влетаю! Драка уже закончилась. И повелись ЕГЭ опять-таки на Бульбу, собрались все в толпу. Флаффенстаб подкоп, по-моему, по троим дал. Да, он троих подкопнул, и это, наверное, стало ключевым моментом вообще этой драки. Что если бы он не попал, там, возможно, все бы успели поразбегаться, а так только полетел подкоп, сразу же кулдаун сверху. Короче, очень много дамаги залетело. Ну, я думаю, с такими-то раскладами можно сейчас идти убивать Рошана и вообще ничего не опасаясь идти забирать сторону. Все подряд. Ну, 4000 голды и уже... 9, не, вот не 4000 голды, вот сейчас цокнуло, как мы любим называть, 6000 голды и 8500 экспы, БКБ у гирокоптера, просто ему дали сначала трипл килл, потом ультра килл сделать, у пацана 8.02 стат, ну и что вы хотите, все нормально. Народ спрашивает, что такое лодокоптер, это новый герой в доте, ребят, лодокоптер, так и называется, можете погуглить. У него отсутствует возможность покупки нормальных артефактов. Да, не, он у него исключительно вот то, что в Recommended он может покупать. Да, и все. А Recommended там вообще бешеный. Да, просто шикарный, как вот на этом финском сайте, да? Да. Как он там вечно... А, Divine Courage его точно. Divine Courage, да, шикарный сайт, рекомендую. Всем, кому скучно играть просто пабы. Особенно, не, вот одному тоже так не очень. Да, одному интересно, вот, компахой, да, самое оно. Когда вот так стаком садитесь, там у вас 3 или 4 человека, и просто все по айтем-билду из того сайта, это просто шедеврально. Такой экшен получается. Не, ну там итем-билды просто легендарные, то есть там настолько клевые вещи рекомендуются. Там Войды с Бладстоунами и так далее. Да, Войд с монотапки и Бладстоун Войд. Ну это очень круто. Причем там же, по-моему, еще очереди есть, да? То есть в какой очередности должен собирать? Или пофиг? Не, ну там обычно пишется, что должен собрать там первых вроде бы то ли один, то ли два там айтема именно по порядку. А дальше остальное пофиг. Уже как попало, да. Ну там где-то оно все толком описывается, так что можно почитать, просто собраться. Так, ну что, Рошана здесь забревает ликвиды. Боятся, конечно, ЕГЭ уже к ним идти, потому что что-то стрёмно. Но вот БКБ собирает демон, вот может быть с БКБ... Что-то и будет получаться у EL Genesis, хотя... Не факт. Волки завыли. Да, и Лотар скоро купит себе, кстати, бамбуша. TC мы видели, БКБ, Лотар, Аэгис и Доминатор. У него по нетворсу, наверное, раза в два. Да, больше, чем в два раза больше, чем у... У Джейо, например, у него столько же денег, как у Джейо и у Демона вместе взятых, у топ-двух героев команды. Мне кажется, так быть не должно. Я тоже где-то читал, что это не совсем нормальный баланс в игре. Не по гайду. Не по гайду, да. Ну, по Дивайн-Куражевскому, может быть. Так, ну что, Т2 Тавр будут забирать. Это последний уже Тавр в игре, который могут забрать ликвиды на топе, тем временем все ЕГЭ. А не пойдут ли ликвиды на Т3? Вот в чем вопрос. Флаф просто настолько жесткий, что он застанил бамбу вообще просто в другой части карты, понимаешь? Это уровень. Ракопассирует он.
Ну что, Тир 2 вышка отъехала, там, походу, тоже собирается падать Т2, но... А не, хотя демон увел сейчас крипов, да, специально, чтобы на Икс и остальные крипочки старались. Но там Тир 3 будет уже бить. Да, вот, будут ликвиды пытаться закончить игру. Так, вверх вырывается Майлк, надо очень быстро Майлка сбрить, ну что... Да, минус Майлк, и просто у Майлка очень клевая штука против таких пушей, да, это и Dual Brass, и Айспад, это очень крутая тема. Макропира, узкий проход тоже. Ой-ой-ой-ой, Фир, до свидания тоже. Ну, Фир пытается посопротивляться, но Демоник Пурш его добивает. Ну, вот по одному ЕГЭ, и они, ЕГЭ понимает, что они потеряют сторону, и они пытаются забрать максимум за это время. То есть забирают Т2 в миде, и Т2 на топе уже забрали. То есть, ну, возможно, и правильное решение, знаешь? Ну, такое. Они сейчас лишаются лайна, хотя денег они заработали вроде как нормально, именно для своих керри-героев. Ну, они бы не отдефили. Вот если тоже бы они правда пошли драться, они бы не отдефили. Тоже правда, то есть у них бы реально с дефом были серьезные проблемы, потому что Джакира уже, во-первых, нет, во-вторых, он не качал макропиру для того, чтобы узкий проход закидывать. Так что, я думаю, сейчас у Джакира должна быть немножко изменена расстановка приоритетов в плане скилл-билда. Я вообще не понимаю, вот ТХД без, ну, макропиры, ну не качни ты там один раз Dual Breath, ну будет у тебя там на 50 урона меньше, окей. Но зато у тебя будет офигенный скилл, от которого все стараются убежать, то есть, и, соответственно, ну, в драке больше паники наводишь. Да. Мы с тобой положили Divine Courage. Ну, как обычно. Чё? Извините, финны. Если вы не поймете, почему у вас сегодня образовалось 11 тысяч уников из России, можете написать. Я думаю, они там быстренько сообразят, что к чему. Привет инмейту. Инмейт у нас ворвался в чат. А, он там уже начинает модерировать? Да, модерирует чат. Спрашивают у инмейта, как там у него пукан. Это имеется в виду удачные игры на Клокверке в последнее время, да? Должны были взорвать. Так его причем там ферстпиком уже забирают? Да. Его вчера там 3 раза ферстпиком забирали. То есть ты понимаешь, насколько герой вот буквально на наших глазах превращается из ничего в очень пикабельного героя, причем в каждой игре. Ну, а ничего, на том же Старладере он был не в бане нигде. Да, придут китайцы, все поменяется. То есть висп пропадет. Ну, висп уже начинает пропадать. Чуть последние виспы все проигрывают. Тупо все виспы проигрывают. Ну, они такие, скажем, не особо, что ли, агрессивные, как раньше. Ну, точнее, не то, что агрессивные. Ну, там уже команды научились против него более-менее действовать. Да? Уже в курсе, что не надо по одному где-то бегать. Уже в курсе, что где вижен надо разбивать для того, чтобы ну, не было проблем потом. Все знают, что надо своим лесам всякие варды разбивать агрессивные, и тогда висп вас не будет ловить. Ты смотри, что в куре просто у команды Liquid. Вот она висит возле лесного магазинчика, и остается 100 голды дофармить TC, и будет, ну, там нормально сатанит. Да, там кура такая хорошая. 1000 на 7. Во-первых, мимо. Ну вот, пожалуйста, вот есть Майлк, и насколько проще. Подняли Корка, пытается его бить. Корок, проблемы у Корка, спрятал его X-Mike, демон проседает очень сильно, демона стянули, по-прежнему рефракшн на демоне, Майлд выживает, ну вот Майлд 5 приморозил. Ну тут мека и все фуловые, могут уйти. Ну сейчас Майлд еще ракета залетает. И TC уже летит сатаник, у него к тому же есть Аегис. Фира забирают здесь, да ладно, ну без Рубика же, как так? Да, без Рубика и без его... Очень полезного скилла, конечно, беда. Ну что, прилетает здесь Корку у нас. Причем просто курица улетела. Корок Мистик Стаф не выложил. А вот, взялся Мистик Стафом. Бульба поставил Коги. Здесь Майк приморозил TC. Джио пытается убежать. Корок. Корок подставляется. И проблемы огромные у ЕГЭ. Не знает, они просто что им делать здесь. Что им Джакира до сих пор левел еще не успел получить, то есть у него вот как раз чуть-чуть не хватает до 9-го, и будет возможность качать. Я думаю, все-таки это будет макропира уже, потому что он понимает, что в таких драках без нее вообще никак. Посмотри, пошла у нас инициация. Джио начинает врезаться в TC, но урона он слишком мало наносит. Ух, какая там была стяжка от Фира только что. Ну вот, опять же, этот Рубик творит невероятные вещи, хотя мы еще все живые, да, но мы видим, что стараются отбиваться. ЕГЭ, опять же, отличная заморозка. 9 левел, вот он, у ТХД. Слышь, Рубик сыграл хорошо, но очень хреново сыграл демон на Ланай. Он вообще ни хрена в игре не сделал. То есть абсолютно ни черта. Ну, как бы оно понятно, его когда 1, тебя убивает, 5, это 3, беда. 1-5-3. Когда ты Ланай, тебя убивает сразу, да, и Дэнди даже, по-моему, в каком-то интервью ты говорил, что беда. Ну что, две стороны снесли ликвиды на 24-й минуте. Очень-очень все быстро. Ну и опять-таки, вот это все стало следствием той самой пятиминуточки. Когда сначала втроем фиданули снизу ЕГЭ, а потом в пятером, ну, втроем, то есть на топе, и сразу же в пятером
пошли еще убивать там ответ. Катапульта на топе барак убила. У команды Liquid. Пока они тут канитель разводили. Не, ну я думаю, что не будут еще ЕГЭ сейчас сдаваться. Может, еще пободаются немного. По крайней мере, вот пока не появится там дезолятор, да, у GIO. То есть попытаются они сделать вот последний уже дефенс свой. Если у них получится, то шансы еще останутся, конечно. Если нет, то это, естественно, будет good game. Ну, ликвиды не будут сейчас откладывать в долгий ящик, это все. Сразу пойдут в атаку. 8000 голды, 12000 экспы они ведут. Плюс две стороны они уже сломали. Осталось всего-навсего одна. Аегис, кстати, закончился у TC? Да, он закончился. Да, там уже 3 минутки осталось до Рошана, до самого. Так что, может быть, еще и до Рошана подождут. Да, не, ну идут они. Они вообще не парятся. Они понимают, что сатаник и демонедж имеется у гирокоптера. 16 левел. Ну это очень дохрена. Это овер дохрена просто. Ну и тяжело здесь будет, собственно, ЕГЭ вообще что-либо придумать. Так, ну что, заходят ликвиды. Последняя сторона будет сейчас падать. И Т3 Tower пилит, пока десекла кверк мимо. Рубик украл хукшот. Да, хукшот украл Рубик. Это будет забавно, когда Рубик будет врываться. Да, ну, кстати, сейчас он ракету получит. У него полстолба сейчас не станет. Да, надо идти регениться. Очень надо. Да. Ну, а Т3 Tower сейчас у TC. Как залетели, боже мой, сколько урона. Ну вот тебе и Макропира, вот, собственно говоря, сейчас все происходит. Хотя там еще и дезолятор у GIO, так что он тоже делает свое грязное дело. Ну и пойдут же сейчас дальше, X-Mike да, X-Mike тоже умрет. И слушай, а Рошан, нет, Рошан появится только через 2 минуты. Если бы сейчас бы быстро пойти на Рошана, то у ЕГЭ появились бы шансы. Не, но я думаю, у Liquid как раз был на это расчет, что, мол, до Рошана еще долго, то есть мы можем пойти фидануть разок, попытаться подрать. На халяву, скажем так, забрать. Да, без типа Аегиса. Ну, вот смотри, там 76 хп у Таура. Да, но просто в следующий раз с элементарным суицидом можно будет забрать сторону. Потому что да, не будет. Может быть, попытаться. Ну, фортификейшн не будет. Если будет Аегис, то это суицид просто в Тауэр. Тауэр падает быстренько, и бараки просто-напросто сносятся и от мегакрипы. Я просто смотрю сейчас на гирокоптер. У гирокоптера есть демонедж. Правда, денег у него сейчас не так много, но учитывая то, что действительно скоро появится Рошан, то есть возможны появление рапиры в скором времени. Тут инмейт просит, чтобы я ему напомнил, как назывался тот фильм, там где 4 этих и пес. Инмейт, имеешь в виду танкиста? 4 танкиста? Или он про этих, про самогонщиков может? Нет, он именно про танкистов. Я уверен, что он хочет, чтобы я сказал слово танкиста. А Владмир стоит 300. Не, ну, хорошо, что ты не слушал наш стрим последней игры NextKZ против этих. Против Кьюпат Ред Пандас, который у нас был с инмейтом, когда мы комментировали. Это был уже, по-моему, 3 час ночи. И 16 час эфира подряд в пятницу, там просто полный трэш. Когда появится вот, я даже думаю, может, не стоит его резать, этот вот, потому что там полнейший трэшак. Там разговоры про людей, которые насилуют свиней и потом убивают поросят. А, это фильм, который это там? Да, мы там чуть ли... на Кинопоиске, мне скидывали когда-то, это такая жесть. Фантастика, мы там чуть ли не конкурс провели на самое дебильное название фильма, но там такие названия фильмов были, там «Баклажан-убийца». Помидоры людоеды 4. Лажан убийца это, наверное, про продукты там в магазинах вот этих мегамаркетах просроченных. Ну а там еще было, это инмейт рассказывал, типа фильм про колесо убийцу, которое американское колесо, которое увидело, знаешь, горящие кучу колес в Америке, обиделось на людей и начало всех людей убивать. Боже, я помню, подобные фильмы были когда-то модные, там мотоцикл убийца, машина убийца. Да. Там тоже такой трешак. Так, ну что, Рошана забирает Liquid, как и, в принципе, было это прогнозировано. Ну и, наверное, после этого пойдут забирать последнюю сторону. Линия, правда, подпушена, но это, в принципе, не важно. Можно зайти с любой линии, как бы, будут крипы или не будет крипов. Это небольшая разница. Вот Рошана так долго пилят Liquid, потому что все-таки дэмэджа не очень много. А у ЕГЭ, кстати, да, ты правильно все сказал, что если все зайдет... Вот давай туда, Майл, замораживай их, замораживай, Майл! Так, ну заморозил, правда, копают сейчас. Ух, мало команы нету. Да, вот хреново. Сейчас Майлку.
разорвало. Нам больше фигово сейчас Фиру, потому что за Фиром сейчас будет выезжать уже Клокверк. Да, он батарейками его, скорее всего, сейчас просто убьет. Ой, да ладно, Клокверк сейчас в соло двоих здесь умудряется поразбирать, хотя там уже драка на Рошане начинается. Демон. Ай, в Карапасе треснул. Кстати, там Бамбуя украла Эгис. Да, Бамбуя это да, действительно украла Эгис, но... И Рэдиант, ЕГЭ украли Рошана, к тому же. Пока мы смотрели за тем, как убегает Фир, ЕГЭ умудрились украсть Рошана и украсть Аэгис. Ну и убить... Ай, смотри, демона... Герокоптер очень битый, ушел на базу. То есть сейчас ликвиды реально лишились, скажем так, халявного варианта победы. То есть еще не все потеряно для ЕГЭ. Так что, видишь, не зря они не сдавались. Да, красавцы. ЕГЭ, но мы видим, что лайфстиллер-то 2000 уже и ДД-дезолятор. Так что, ну, может быть, все еще весело. Каким образом на топе нету барака у Ликвид? Я ж тебе рассказывал. Да? Там катапульта просто приехала и убила барак. Что-то я вообще не проснулся еще вообще. Соберись, тряпка. Что за фигня? Смотришь за дракой, смотришь, как Клокверк убивает двух саппортов, тут, блин, раскладывают всех остальных ликвидов и сносит в сторону. И такой, зато Клокверк убил двоих. Не, так-то... Не, ну Клокверк там нормально вроде как все делал, но оказалось, что на Рошане-то там действия развивались не менее бурно. Сори, тут просто инмейт напомнил про анальные брекеты. Что это? Фильм «Анальные брекеты благоразумия 4». Круто. Баклажан-убийца, это Дарксир. Тоже похоже, кстати. Так, 19-11. Ну и по деньгам ЕГЭ. Ой, нифига, 54 000 всего преимущества осталось. По экспе тоже 4 000. И ликвиды не могут дожать сразу. Ну вот сейчас что, идея пойти попытаться снести сторону. Ну опять-таки, сверху заходить. Здесь довольно узкий проход. И можно будет ожидать на какую-то веселуху. Станислав Романович, походу, не хочет, чтобы у него был братик или сестра. Да? Да. Почему? Потому что он мне наступил на яйцо только что. Я его посадил мирно на колени. А он... Да. Не, самое главное в этом всем не сам факт, а то, как ты отреагировал на это. Знаешь, как настоящий спартанец, молча так. Я видел мое лицо сейчас просто. Жена стоит, заливается до сих пор. Так что, смотрим мы за атаку. Кстати, TC что-то купил, наверное, потому что деньги закончились. Да, купил он себе МКБ. И Хекс. Хекс есть у Корка и МКБ у TC. 70 хп у Тавра и 2 барака будут голые потом. Так, что там? Идут воевать ликвиды? Ну, судя по всему, да. Ну, хотят подраться. В принципе, все правильно. Надо идти. Ну, мне кажется, они просто опасаются появления отожранных там Nike's Alanai в ближайшее время. Причем у Alanai'ки там более-менее артефакты, да, действительно начинают появляться. У Nike's тоже уже 3500 помимо дезолятора Армлета. Ну и третья линия пока что стоит еще у команды ЕГЭ. Ну и, кстати, забрали здесь еще один тауэр, ребята, из ЕГЭ. Ну и все супер у них. 6 тауэров забрали, то есть шанс есть. Ну что, фортификейшена нету. Вот, TC практически ничего на фортификейшене не разняли, вот тауэр падает. Ну и что, 2 голых барака. Фурион у ЕГЭ. Нет. Так, хорошо, ворвался Бульба. Ворвался на Майлка, тоже форстав себя подальше. Там проблемы у команды ЕГЭ, потому что здесь очень-очень хорошо вошел TC. И Джио, наверное, умрет. Но у Джио байбека не будет. Джио сопротивляется, ты посмотри, до последнего. И есть байбек, да? Ну и надо расстреливать бараки здесь, TC. Нет. Да, они понимают, что надо расстреливать. Но вот с этими байбеками сейчас Найтс просто залетит и сожрет TC всех. В хексе, форстафят его. Фир прибежал, у Фира есть только рокет. И закрыли у нас Бульбу. Бульба, Коги, Джио его сгрызает. Двое мертвых у Ликвид, сейчас Флаф умрет. Флаф капнул демона, но все равно он тут умрет. Да, Рубик. Нет, сейчас его. Рубик, Тисита решил подраться с пацанами. И хорошо у Тисита получается. Но замороженный он все-таки трипл килл делает TC. Да, драка, конечно, бешеная. Все на всех. И два ну голых да, барака. И тут 2 в 2 сейчас все равно не зайдут сейчас на хайграунд. Там просто более, TC включаешь лотар, залетаешь и бэкдоришь просто барак, все. Так, крипы там на базе. Ну, может быть, и можно было попробовать такую тему. Ну, один убьет, в центрике там всякие стоят, так что, я думаю, там бы отдефили всю эту канитель.
Тем более... А, не, ну БКБ, кстати, не на кулдауне. Можно было бы, наверное, попробовать. Что он опять ходит по тебе, да? Да, да, да. Ходит, я понял. Продолжаем наблюдать за тем, как Ликвиды пытаются закончить эту игру. Ну, они-то пытаются, правда, каждая попытка стоит все больших и больших ресурсов затрат. Там уже люди скоро, вижу, пошли уже супер идеи, уже фотошоп мастера скоро будут про Каспера и Стасяна делать. Пикчуры интересные. Чувствую, скоро появится что-то. Твиттер скидывайте обязательно. 23-14 счет у нас. Ликвид ведут. По-прежнему двух сторон нету. Всех товаров нету у команды ЕГЭ. Но они прекрасно знают, что делать. Демон с алебардой. Надо как-то заглушать. Опа, атака сейчас будет. Сейчас будет атака от команды. Прыгнул. Клакверк. Опять-таки в Майлка. Очень четко. Майлк успевает приморозить Иксмайка. И живет очень долго Майлк. Но стянул Торксир. Как разорвало там. Суппортов. Ну Майлк же, ну положи ты эту макропиру уже. Сколько можно терпеть? Посмотри. Вот сейчас развернулся. Заморозил Флафа. Хорошо. Ну уже все. Уже все. Джио умер. Фир умер. Байбеков нету. Секси Бомбо отсюда улетает. Тиси в лотаре побежал бить бараки. Все. Вот он Тиси в лотаре. И барак падает. Фортификейшена нету. А, вот, прибежал и Флав сюда. Ну вот опять же, Майлк, я не знаю, он на этом Джакира... Мог делать много полезных вещей, не делал. Конечно. То есть, ну так. Да, его зажали, все понятно. То есть, у него там проблемы, его там бьют и так далее. Но... Да засуицидьте вы барак это, что ж вы так долго ждете? Ну... Ладно, они сейчас еще и поубивать всех успеют. Ну, так, да. ЕГЭ пишет фир. Ну в любом случае, ЕГЭ могли. Они реально могли перевернуть, просто немножечко не хватило. Ну что, ГГВП проигрывают ЕГЭ 1-0, повели Ликвиды. Напомним вам, что это малый финал лузеров Г1 лиги, квалификации западной. Ну и сейчас мы уйдем на 10-минутную паузу рекламную и вернемся на матч под номером 2 между ЕГЭ и Ликвид. Именно так. Да. Далеко не убегайте.